Всех приветствую. Продолжаем знакомиться с персонажами античного мира по книге Бетти Редис «Кто есть кто в античном мире», дополняя данными из Википедии и интернета. Пилат, Понтий Пилат, или Пилат, управляющий римской провинцией Иудеи в период с 26 по 36 год нашей эры, приговоривший Иисуса Христа к казни через распятие на кресте. Именно такая казнь полагалась жителям римских провинций, увлеченным в призывах к насильственному свержению существующей власти. Об этом эпизоде мельком упоминает Таций в 15-й книге «Аналов». Однако главные свидетельства этого события, несомненно, четыре Евангелия. Пилат не был заметной фигурой в римском обществе, и о нем ничего больше не известно. В последующие века о Пилате циркулировало множество ложной информации. В частности, был подделан якобы сохранившийся отчет Пилата о суде над Христом, посланный Тиберию. Из Википедии. Иудейский царь Агриппа I в письме императору Калигуле перечисляет многочисленные преступления Пилата: подкуп, насилие, разбойничество, дурное обращение, оскорбление, непрерывные казни без вынесения судебного приговора и его бесконечная и невыносимая жестокость. После жалобы самаритян на кровавую расправу, учиненную Понтием Пилатом в 36 году, римский легал в Сирии Луций Вителий, отец будущего императора Вителия, отстранил его от должности и отправил в Рим. Дальнейшая судьба Пилата неизвестна. Помимо Нового Завета, Понтий Пилат упоминается в сочинениях Иосифа Флавия, Филона Александрийского и Тацита. Ну вот так вкратце о Пилате, Понтий Пилате, управляющий римской провинцией Иудеи в период с 26 по 36 год нашей эры, приговорившего Иисуса Христа к казни через распятие на кресте. Пока-пока, до свидания.